перекрили тут. Я когда посыпались у меня окна, выбило двери, выбило шифер. Двери нет, окон нет, потолка нет, крыши нет. Я позакрывала окна, видите, всякими одеялами, всякими там пледами. Свет есть, но я постараюсь все-таки включить отопление, чуть-чуть прогреть. И так уже и буду. Вчера чувствовала в шоковом состоянии, сегодня как-то расслабленное такое, просто стоишь и, знаете, не знаешь, что делать. В доме полно стекол, в доме полно грязи. Вот это там где-то где-то вот.